За нами! Что это, Лёша? Димон, это кто вообще? Ты закрыл закрылся? Ё-моё, слышишь? Нам только туда придется идти. Пошли туда, в темноту. Мне кажется, мы целую вечность по этим шахтам, по этим трубам шагали. Как думаешь, он знает, куда мы идем? Мне кажется, телефон, там мамка тебе, знаешь, сколько раз сейчас названивала? Это же вообще капец, ты попал вообще, Димон, конкретно. Твой телефон же был. В смысле мой? Мой опускали телефон? Мой-то у меня, я еще позвонить могу. Да ладно, это походу мне конец, да? Ну это попадос, конечно, Леха, я не знаю, что делать. Блин, а где мы вообще, что это за место? Где вообще мы находимся, слышишь? Да, ты так быстро выходишь, страшно. Куда идти-то здесь? Я не знаю, давай ты в ту пойдешь, я в тот туалет какой-то. Херня какая-то, блин, что за место стрёмное такое, а надо вылазить уже. Мы уже, наверное, 2 часа по этим шахтам сраным. Это чё? Это как? Что это? Злокат? Это что за портал? Не лезь туда! Лёха, помоги! Дима, ты где? Прыгай ко мне! Это что такое? Это что за портал? Прыгай ко мне, ай! Так, и куда мы попали, слышишь? Это, по-моему, станция метро заброшенная. Откуда в нашем городе метро? С каких пор у нас ПГТ? Какое метро нахрен, Дима? Я не знаю, пойдем в ту. У нас в городе никогда не было метро. Было давным-давно. Погнали вылазить отсюда как-то, искать выход. Тут карта есть. Карта? Да. Тут вообще название на английском. Это точно не нашего... Это мы где? В какой портал мы залезли нахрен сейчас с тобой? Тут 4 имена написаны. Пошли. Мне кажется, лестница наверх идет. Стой, а куда тут идти? Налево или направо? Дима, это кто? Это он, бежим! Куда бежать? Куда? Куда? Налево, беги! Налево! Что нам делать? Давай сюда! Куда? За мной! Ты знаешь это место или что? Как ты? Куда ты бежишь? Я не знаю, куда мы. Придурок, куда ты бежишь? Куда нас ведешь? Я не знаю, подальше от него. Три выхода. Куда идти-то? Право, лево? Я вижу. Это какой-то вообще дебил, слышишь? А это не кажется тебе, что ты наш сосед вот этот самый? Это пожилой потом. Чокнутый, который был. На третьем этаже жил, слышишь? Тебе не кажется, что он? Я не знаю. Стоп, давай его обманем, давай его обманем. Он похож на него, вообще похож. Не выходи. Никуда. Зачем ты показываешь, что мы тут? Тихо. Он пойдет за нами. Тихо, да. Давай, я вижу его. Он пойдет по той ветке. Пошел туда. Пошли. Тихо. Сейчас. Он вроде прошел. Он за нами пошел. Тихо. Вижу. Вернется. Так, пошли. Пошли. Поехали к соседу. К нашему, найдем его, спросим, что за херня. Он знал про этот люк все. Вообще все. Я мы должны знаю, узнать правду. Мы реально должны узнать, что это такое. Нам надо как-то... Давай только рассказывать никому не будем, да, для начала? Нам никто не поверит, чего? Ну, тоже верно. Блин, как выбираться отсюда? Стой, мы его... Ну, мне кажется, лестница ведет наверх, ну логично же, да? Ну это да. Ё-моё. Тихо. А тут куда? Пойдем туда. Пойдем. Дима, это какая-то херня, вообще какая-то паранормальная. Я не понимаю, что происходит здесь. Как он оказался сверху, а потом снизу быстрее нас вообще? Это как? Слышишь? Это как? Что-то нечистое. Я не... Это вопрос задаешь. Надо узнать, слышишь? Надо узнать, надо съездить. На чем мы поедем-то? Мы вообще где? Я без понятия. Так, вот, мы здесь снова были, слышишь? Опять это место. Опять, как ну... мы здесь? Мы только что... Блин! Ни хрена себе! Это мы что? Вот здесь из трубы же вылазили. Какого хрена происходит вообще тут? Я не понимаю. У меня просто шок. Опять здесь, смотри. Я в портал больше не полезу, нет. Я не знаю, что это за херня. Слышишь, Дима, не лезь туда. Там много локаций, и, видимо, они всегда рандомные, как-то случайно телепортируют. Это дичь. Пойдем обратно. Стой, Лёх, подожди. Беги! Блин, я хочу воппер, бургер, кинки поесть, а не это Я всё. Только что отдыхать хотел уже, ну! Подожди, Дима, меня. Я устал, слышишь? Я не могу бежать. Подожди, бежим, Лёха, я не могу бежать, слышишь? Он Дима, близко, Дима! Он вот он. А! Чёрт, беги да. прямо. Бежим прямо, Беги прямо. Слышь, я споткнулся! Нет, Лёша! Вон за тобой прямо! Беги! Я не могу что быстро бежать! Штука? Дима, он побежал! Лёш! Дима, он сзади бежит, слышишь? Вот этот! Дима! Сумасшедший какой! Что это, Елисеич? Я не понимаю! Надо менту тому пожаловаться вообще на самом деле! Давай! Он почти догоняет меня, Дима, он почти догнал! Дима, мне страшно! Тебе еще Кондратий сходит, бежим!
Отвлекай как-то его. Слышь, кидай камни в него, я не знаю, что делать надо. Давай налево, 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 налево. Да подожди меня, теперь он за мной бежит. А ты что стоял-то, тупил здесь? Я тебя ждал, я не могу. Сука, сраные шахты, как из них выбраться-то? Догоняет, смотри назад. У него пила, она тяжелая. А еще он более жирный, давай бежим, бежим, бежим. По-моему, мы оторвались. Нормально, идем. Что за срань? Что за... Кто это выкапывал вообще? Лестница, лестница наверх. Ого, опять какой-то колодец, слышишь? Давай, поднимайся, поднимайся. Что за система колодцев? Я слышу его пилон где-то там, поднимаемся. Так, ну вроде вылезли. Выбрались. Нифига себе, а как мы? Нифига тут забор. Перелазь. Офигеть. Где мы? А мы где вообще? Это наш парк. Это парк нашего города Арзамас. Да, я вижу дом. Вон, видишь наш дом? Вон наш дом. В конце этой улицы. А, точно. Пойдем. А нихрена себе, мне казалось, как будто 3 километра целых мы прошагали. Лёш, пойдем возьмем, нам никто не поверит, я знаю, что надо. Погнали, погнали. Проверить. Слушай, давай камеры возьмем. У тебя в багажнике было 2 старых камеры дедовских, нахрен. Вот, мы их и заберем у тебя из багажника. Смотри, твой телефон. Ну-ка, давай камеры возьмем. Подожди, камеры, я беру камеру. Так, я тоже взял, ага. Нифига себе, это реально моя мобила. Твой телефон, все нормально, вот он. Так, ладно, слышь, я заберу его. Что там внутри, давай посмотрим. Я не хочу на самом деле туда смотреть, нахрен оно надо, слышишь? Вон он, люби его, бей. Это опять он? Это он. Это опять этот сумасшедший? Отойди оттуда, отойди. Димон, отойди. Слышишь, заводи нахрен отойди. Машину, поехали. Отойди. Ты закрыть хочешь? Я хочу закрыть. Стой, подожди, Леха. Поехали куда-нибудь, слышишь, расскажем кому-нибудь. Че говоришь? Вон он, опять подожди, он, как он вылазит, как? Я не понимаю, там, подожди. Из подвала этого дома, он же как это... У него вообще какие-то там катакомбы, ходы. Димон, за нами едет, слышишь? Он за нами едет. Он догоняет. Димон, он догоняет. Дима, гони, топи. Он близко. Слышишь, топи. Он там бэха какой-то серый, он ее подрезал. Ошалеть. Дима, у тебя что машина-то не валит? Топи давай. А тут 1.3 стоит-то, мотор. Он прям вообще догоняет. Мне кажется, он не хочет догонять. Он кому-то специально это, слышишь, устроил. А возле школы, как думаешь, есть сегодня? Реально какой-то маньяк. Гони в школу, слышишь? Карантин же, на закрыто, нет никого. Давай в гараж какой-нибудь. Давай, заезжай. Нельзя. Дима, топи, дебил, какая же. Ты хотел на Жигули куда, в стейджевую заехать, что ли? Нас не пустили, все закрыто же, сейчас говорю. Дима, не разбей тачку, пожалуйста, только какая дикая погоня. Дима, дай руль. Как пересесть тебе? Я не могу. Подожди. Надо срочно руль, я знаю, куда ехать, я не могу тебе объяснять. Я знаю. Подожди, сейчас. Сейчас, подожди. Дима, надо оторваться как-то. Ай! Топи, не врезайся только. Он врезался, давай, тормози, дай руль, быстрее. Присаживайся, садись. Садись! Лёша, поехали. Заводится, движок. Гони. Топлю. Топи на красный. Еду. Дима, топлю. Это какая-то дичь. Какая-то жесть. Я знаю, куда ехать, я знаю, безумный Джек. Слушай, я точно не помню, безумный он или беззубый был. По-моему, беззубый. Ай, уверен? Давай. Говорят, он... Давай. Дима. Давай. Догоняет. Почему у нас тачки так одинаково едут? Блин, даже какая-то колымага обгоняет. Димон, нахрена ты эту Жигули покупал вообще? Блин, да и мне батя подарил на 14 лет, помнишь, я тебе рассказывал? Мы еще Дианку... Фига тебе на 14 лет подарки, конечно, дарят тоже мне. Так год уже прошел, мне уже 15. Он догоняет нас, он как будто знает, куда мы едем. Конечно, знает, блин, потому что машина наша не едет ни хрена. Что делать, Лёха, я не знаю. Может, отвлечешь как-то его, слышишь? Я не знаю. Я знаю, как мы его отвлечем, я знаю. Придурок! Перекрой, отлично! Вали! Топим! Я знаю, через лес! Спереди лес какой-то странный, стрёмный, вот этот самый лес, мы через него проедем. Нет. Он заблудится в нем однозначно. Гони, тут Рублевка рядом, там дом моего бати. В смысле, у тебя батя на Рублевке живет? Ну ты забыл, мы у него Porsche Panamera воровали, потом потеряли. Давай, гони! Точно, а я-то все и забыл уже нахрен. Ну как он догнал так, слышишь? Кстати... Подожди, он пропал, он отстал, я его не вижу. Да? Может, он опять телепортировался, стой. Останови машину. Давай на видном месте, чтобы если что, мы его... Не, давай на дорогу выйдем, здесь дорога внизу. Да ты чё, машина... Слушай. Мне мамка рассказывала как раз эту страшную историю, и она говорила, что... Про тот дом... В этом самом подвале у нас, типа, водился какой-то... Ну, какое-то что-то необъяснимое, да?
Что-то связано вообще с какими-то пришельцами, с какими-то метеоритами нахрен непонятными. И этот наш сосед переехал на какую-то гору или под гору в лесу. И у него видно башню, чтобы он всегда имел связь с чем-то. И вот видишь башню слева? Где? Я не вижу ничего. Слева башня, вот. Башня из города Южного. О, да, вижу. Вот, она там вот. Да. А вон, да, да. И, может, он здесь живет? Стой, давай. Слушай, не может, пойдем. Он здесь живет? Давай как не раз, вот, вообще прям подходит. Одинокий домик, да. Под горой. Видно башню. Слушай, там может... красная машина в кустах! Это... Где? Это не та, это не та, нет, это не та, слава богу, слышишь? Блин, ну тут никого нету. Заброшенный дом. Все, Лех, главное, что мы оторвались. Как здесь кто-то? Иди сюда в дом. Димон, слушай, тут две комнаты, блин, а где этот мужик? Ни следа вообще, ни записки, ничего. Ой, я на крышу забрался. Ого. Там уже ебо, уже слушай, темнеет, это уже пасмурно становится, смотри. Подожди, тут уже гроза скоро будет. Блин, я боюсь, а где тачка? Где машина? Пошли, посмотрим, что за херня. У нас угнали ее, что ли? Подожди. Вон она! А как она ты там оказалась? Приколы? Да никуда я не ставил ее, Дима, нахрена мне это надо? Я тачку переставил. Нахрена она... О-о-о! Слышь! Ай! Бежим, Дима, бежим, это он, походу, сделал! Заводи! Заводи! Давай, давай! Заводи! Прыгай! Заводится! Прыгай. Не заводится! Заводи! Не заводится, слышишь? Заводи, а! Не могу, застрял! Колесо застряло! Да едь, это моя машина, Лёша! Да, Дима, не могу! Давай! Нахрен надо! Погнали! У нас как будто колёса спущены. Погнали отсюда нахрен! У нас колёса спустило, Лёха! Я вижу! Что он сделал? Гони! Он за нами бежит! Он видит, куда мы едем! Не могу, опять застрял! Толкай, вылазь! Давай, быстрее! Давай! Не выезжай, слышишь? Лёха, Еще толкай, говорю, быстрей! Давай! Да сука, Дима, сильнее толкай, что у тебя сил нету! Да я за руль сяду, давай! Давай! Поехала, садись! Давай! Быстрей! Садись! Сука! Сука! Как тут ехать-то вообще? Твои жигули, конечно, спасают нам жизнь сегодня, Димон! Надо колеса поменять быстрее, потому что это... Опять какие-то идиоты здесь! Дима! Лёха, Дима, не тормози, Дима! Дима, не тормози, слышишь? Сюда, прыгай, епка! Тачку нашу топил! Лев, плывем быстрее, он же тут! Кто он? На УАЗике, это был он! Он вышел! Реально он! Плыви, Лёха, ах, я устал! Димон, это какая-то дичь вообще! Капец, мы так далеко от дома! Нам уже давно 2 часа надо было назад дома быть! Смотри, УАЗик пропал! У меня фотоаппарат пропал! Ты его намочил, скорее всего. А где его оставил, слышишь? Опять забыл. Может, в том доме? Возвращаться за ним такое себе. Да нахрен он нужен, я потом у тебя возьму. Дима, смотри, кто-то едет. Может, он нам поможет? Это моя машина! В смысле что? Твоя машина? Это моя же. В смысле? Нахрен, в смысле? Подожди, она заведется? Что? Подожди. Это такое. Да ну. Да ладно. Ты прикалываешься? Что? Как, мы же только что ее на том берегу утопили. Что происходит? Дима, записывай все на камеру. Давай начнем, слышишь, давай. Чего? Давай, снимай меня. Я готов. Включай камеру. Давай. Стань возле этой машины, я не знаю. Давай. Начинай, записывай. Давай, 1, 2, 3, дубль 1. Давай. Алексей. Всем привет, вы на канале Фрайс. Я по привычке, Дима, ладно. Не будем шутить в этой ситуации. Хорошо, давай. Так, мы... Я, Лёха и мой друг Дима, который это все снимает, попали сегодня в 7 утра в такую ситуацию. В общем, это наша машина. Мы на ней ездим без прав, честно признаемся. Мы несовершеннолетние, но сегодня мы открыли какой-то очень странный люк, о котором ходили байки в нашем дворе, но никто в них не верил. Но все это правда. Оказывается, все это правда. Никак иначе.
все это абсолютнейшая правда, и все, что с нами происходит, я не могу описать словами. В общем, сними вот тот берег, покажи, вот тот берег. Там уже никого нету. Мы утопили только что на том берегу машину, а через буквально 2 минуты она съехала с этой горы сама, без водителя, остановилась перед нами в целости и несохранности. Какая-то хрень. Поехали к той башне, Лёша. В общем, все, что будет дальше на камеру записано, является чистой правдой и ни в коем случае не монтажом. Все, что происходит на этом видеозаписи... Ты записываешь меня? Да, я записываю. Все, что на ней происходит, абсолютнейшая правда. На дорогу смотри. Если вдруг что-то произойдет, найдите эту запись, если вы ее найдете. Все, я не могу, на камеры стесняюсь, но сам понимаешь. Лёш, я уже устал, я хочу есть и пить на самом деле. Блин, давай домой же поедем. Я и говорю, давай поехали домой, просто в квартиру, там переждем, а завтра расскажем видосы, покажем родакам, но я не знаю, что делать. Они не поверят, у нас просто машина и мы стоим, как бы. Надо заснять его, но я надеюсь, что он больше надо, не надо, чтобы он, надо, чтобы он в камеру как-то попал. У нас все не получалось. Мы записывали, а в камеру он не попадает каким-то образом. Я не понял, как он это делает. У нас нету ни одного его снимка, понимаешь? Вообще ни одного. Попробуем. Подожди! Лёша! А люк! Мы ж люк фотографировали, помнишь? Ну ты посмотри, вряд ли там что-то есть. Мне кажется, я ничего нету. Черт.